полезный и вкусный салат, который мне очень понравился. Надеюсь, если вы его встретите, понравится и вам. Удобен в плане, если лень готовить, все продукты свежие, приятные, интересные и необычные в своем сочетании. Сама заправка слегка кисловатая, а вот если добавить майонез и оливковое масло, то получается идеально. В общем, желаю вам приятного аппетита. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки, как пожелаете. А есть такие продукты можно иногда. Вам поможет в этом вилочка. Спасибо. И опять же, всем пока. Ждите подробные отзывы обо всем на свете, что мне интересно. И надеюсь, будет интересно вам.